Почему вы продолжаете выходить в одиночные пикеты? Ну, вот уже выходим 3,5 года за Сергея Ивановича Пургала. Ну, власть не слышит, и мы... ну, как, власть это не мы, мы не требуем, но мы просим, чтобы она взяла это под контроль, посмотрела это дело и освободила, или там... Какое-то новое было бы расследование, а их выпустили. Мы вот это требуем. Ну, а иначе как? Ну, мы стоим и будем стоять. Я, мы, Сергей Пургал. Четвертую зиму вы продолжаете выходить в одиночные пикеты. Да. Расскажите, не устали? Ну, четвертую, третью, наверное, все-таки. Тогда мы еще так просто были. Без одиночных пикетов. Четвертая зима, ну, тоже простояли. Устали, конечно, что тут говорить. Любой бы, наверное, устал. Но уже просто даже как-то вот и бросать уже думаешь, а зачем столько времени потратил на... Столько лет выходил, а тут прервать этот одиночный пикет. Поэтому, ну, будем выходить, пока еще силы есть. Лена, расскажите, что сейчас по судам у Сергея Пургала? Ну вот у нас в Москве назначен суд по экономическому вопросу. И, ну, скорее на 28 ноября, но, скорее всего, думаем, что его перенесут, потому что эпатированные еще не добрались до Москвы. Поэтому, скорее всего, он будет перенесен.